Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил о начале работы над созданием ракеты «Союз-5». Об этом он написал в Твиттере «Энергия, прогресс» и «Энергомаш» приступили к работе над созданием «Союз-5». Затем начинаем работу по сверхтяжу, сверхтяжалой ракете-носителю «Прим». Ленты Ру это позволит мобилизовать всю ракетно-космическую отрасль, обновить ее и использовать наш мощный конструкторский и производственный потенциал, отметил он разработчик Союз 5 РКК. Энергия, производитель РКЦ. Прогресс. Первый старт носителя планируется провести в 2022 году с космодрома Байконур «Союз-5», фактически являющийся модернизированной версией советской ракеты «Зенит», заявлен как конкурент носителю Falcon 9 американской компании «Спасекэс». Стоимость пуска новой ракеты оценивается в 30 миллионов долларов. Ранее на «Союз-5» планировалось запускать разрабатываемый пилотируемый корабль «Федерация». «Союз-5» представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра, диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени RD-171 МВ, двигатель второй ступени RD-0124 МС. Компоненты топлива, окислитель, жидкий кислород, горючий, нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур составляет около 18 тонн. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента дня. Подписывайся.